привет! Недавно начала я изучать вопрос по поводу домашней косметики, кремоварения, как это все происходит, какие компоненты. И как бы по этому поводу решила сделать пробный заказ с сайта Мыло.Оп для того, чтобы попробовать сделать себе гидрофильное масло, немножко побаловать себя аромамаслами. И сейчас я буду вам показывать распаковку с этого сайта, потому что очень больно интересно, что же нам прислали и в каком виде это все пришло. Значит, ссылку на сайт я оставлю. Ассортимент очень большой, мне кажется, есть все, что нужно, вообще в разных направлениях. Очень мне понравился ассортимент, ну и надеюсь, качество тоже меня порадует. Так, обозначение есть: осторожно, хрупкий груз. Это очень важно, потому что у нас на почтах любят разбрасывать очень сильно наши посылки. Так, что же мне пришло? Так, вижу сразу, есть бонус плюс, потому что я не заказывала форму, силиконовая форма. Это очень приятно, подарки сайтов я люблю, это вообще круто. О, спасибо большое, очень классно, классная формочка. Я, кстати, такую хотела. Так, вот наша накладная, вижу. Так, накладная. В накладной у нас все позиции заказа есть. Артикулы, количество, цена, ну и как бы сумма. В принципе, все так, как я заказывала, так я и вижу, вроде бы есть. Все по одному, две пипеточки, да. Так, сейчас 22 позиции. В общем, должно быть 23 моментика прийти к нам. Так, значит, что я здесь вижу? Вижу, что в этом пакете пришли полностью все масла. Все масла пришли. Так, что я заказывала? Я заказывала масло абрикосовой косточки 100 мл, очень большие емкости, удобно, как бы для мыловаров, для кремоваров, это очень удобно. Миндальные косточки. Так, полисорбат, это для гидрофильного масла, сейчас очень популярная тема, будем делать, сегодня обязательно себе сделаем. Так, масло виноградной косточки. Так, гидролат лимона, буду делать тоник для лица освежающий, и для него должно быть еще... гликолевый экстракт огурца. Это вот будет такой вот классный тоник для лица. Так, масло рисовых отрубей. Будет шикарная маска для волос. Так, пошли эфирные масла. Эфирное масло грейпфрута. Так, эфирное масло корицы. Должно быть еще эфирное масло дуба, коры корицы. Вот. Вот оно есть. Косгард. Так, ну, чтобы не пропадала косметика, нужен обязательно консервант. Косгард один из таких, я понял, популярных консервантов, поэтому будем пробовать. Эфирное масло мандарина. Близится Новый год, поэтому это очень будет классно. Протеин шелка. Будем делать маску для волос с маслами, с шелком. И вот, кстати, еще... БТМС какой-то, вот там я не помню, как он правильно называется, но вот с помощью этой штучки получается масло для волос, маски для волос, всякие бальзамы для волос, очень классно. Так, эфирное масло лимона, масло чайного дерева, эфирное масло лаванды, эфирное масло лавра и эфирное, все. Так, эфирные масла вот все есть. Сейчас посмотрим, что дальше, пересчитаем. Так, вот пупырчатые пленочки. Упакована тара, которую я заказала. Так, вдвойне обмотан вот такой даже в тройне стаканчик. Стаканчик термо я заказывала. Вот даже ГОСТ написано на 100 мл. Это для того, чтобы смешивать всякие вот маленькие такие компоненты. Даже вот его хорошо. Почему он термо? Потому что его можно кипятить. И это очень-очень важно в маловарении, в кремоварении. Поэтому я так начиталась, насмотрелась. Поэтому думаю, это обязательно... Два флакона. Флакон. Это для тоника, это для бальзама для волос. Так, и две пипеточки. Таких на 3 мл обычных пипетки. Думаю, пригодится. Теперь считаем. Раз, два, три, четыре позиции. Так, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Все правильно, плюс бонус, шикарная вообще пищевая силиконовая форма. Хоть для мыловарения, хоть для пирогов, хоть для кексов. Так, итого у нас должно быть 22 позиции, пипеток 2, значит 23. Все на месте, все классно. Будем тестировать, пробовать, делать всякие вкусности. И хотела еще эфирные масла, вот немножко пахнет обалденно. Оно. Так, масло чайного дерева. Очень специфический у него запах. Запах знаю хорошо. Ну, пахнет натурально. Все очень круто. Я очень довольна. Довольна как слон. Буду еще заказывать. Уже даже вижу, что буду заказывать. Потому что тема интересная, популярная. Хочу следить за своей кожей, за своими волосами. И не тратить на это огромные суммы денег. Огромный плюс этого сайта в том, что очень и очень доступные цены. Очень доступные цены. Упаковали хорошо. Осторожно, хрупкий груз наклеили. Плюс бесплатная доставка на новую почту. Для нас это вообще очень-очень-очень круто. Поэтому советую. Я прям уже вижу, что я советую. Подарок поставили, бесплатно отправили. Ассортимент классный. Спасибо. Буду обращаться еще.